Всем привет, кто сейчас смотрит этот видеоролик. Появилось немного свободного времени, и хотелось вам показать один примечательный велосипедный насос от компании Бирзман. Компания специализируется выпуском, занимается велосипедных инструментов, насосов. Очень замечательные и велосипедные чемоданчики, ну и так далее. Хорошее качество, в меру умеренные цены. Очень хороший материал при изготовлении, долгие сроки службы, ну и так далее. Но даже у этих компаний бывают такие небольшие косяки. Если вы зайдете на сайт производителя, либо на сайт дистрибьютора, то вы можете обнаружить вот такой замечательный насос. Это новинка этого сезона. Под Престу, под Шредер, все хорошо. Шланчик вынимается, плюс откручивается голова. Эту голову вы можете взять и одеть на нее баллончик CO2, и тем самым вы получаете вот такой клапан для быстрой накачки велосипеда. Ну не суть до дела. Все хорошо. Шланчик прячем. Есть еще крепление для установки его на раму велосипеда в штатные места. Ну вот, нигде я пока в руки не взял, да, не заказал, не обнаружил одной примечательной вещи. Везде идет картинка и так, и насос, и там, и вот так все там выдвигается. Картинок много разных. Но почему-то производитель не указал о том, что модель идет, она вот идет вот в таком виде. То есть вы получаете насос шикарный, с максимальным давлением, по-моему, до 120 PSI. Сейчас, секунду. До 160 PSI. Подробнее можно посмотреть вниз, перейти в карточку товара и подробнее ознакомиться. Но вы, помимо самого насоса, получаете еще дополнительно один баллончик CO2 на 16 грамм. Пустячок, приятно. И получаете еще второй баллончик в таком неопреновом корпусе, для того, чтобы он там не гремел при перевозке. И также у вас в комплекте крепление на раму вместе с креплением под баллоны. Очень удобно. Я все удивлялся, почему стоимость насоса составляет там, грубо говоря, там 2500. Оказалось, что ну, не просто так. И можно спокойно теперь взять насос, открутить у него голову. И насадить клапан. Там есть внутри игла. Игла прокалывает баллон. И вы имеете у себя насос, который вы можете просто взять с собой. И если прокололись, то экстренно подкачать шину не до максимального допустимого давления, как думают шоссейники, да, но МТБшку хватит накачать одним баллончиком и куда-то доехать и уже добраться до насоса. Или вы можете докачать, то есть подкачать быстро этим насосом, потом перекинуть отсюда голову и спокойно уже докачать нужно до нужного вам давления. Например, ну вам лень начать качать и так далее. Если, ну а если вы вообще ленивые, то вы берете вот такой насос к Xiaomi и качаете чего хотите: машину, велосипед, мечи, все что угодно. Ну вот здесь батарейка села, и все, до свидания. А здесь, если у вас есть баллончики или у вас есть мускульная сила, вы можете смело вот этим насосом накачать все. И МТБшку, и шоссейный велосипед, и под ниппель, и Преста, и под Шредер. Ну, грубо говоря, под вело и под автониппель. Вот все, что хотелось вам на этот момент рассказать. Ждите свежих видео. И до скорых встреч. Пока.